Всем привет! Давайте разнообразим масленичную неделю шоколадными блинчиками с творогом. Такие необычные блины, я уверена, вам всем придутся по душе. Самое главное – хорошее настроение, и у вас все получится. Все ингредиенты я оставлю в описании под видео. Сразу подписывайтесь, кто не подписан, и приступим к приготовлению. 2 яйца, 1/2 чайной ложки соли, 1,5 столовые ложки сахара. Взбиваю миксером до легкой пены. Не переставая взбивать, вливаю молоко и потихоньку выливаю кипяток, не переставая взбивать. В муку добавляю какао, муки у меня 250 грамм, просеяла я ее заранее, и какао 25 грамм. Добавляю муку и перемешиваю все до однородного состояния. Посмотрите, какая шоколадная смесь получилась. Не комочка, идеальная консистенция и аромат шоколада. Теперь можно жарить блины. Хорошо разогреваю сковороду и один раз ее смазываю маслом. Посмотрите, какие дырочки образовались во время жарки. На такое количество ингредиентов у меня получилось 14 блинчиков. Для начинки у меня 200 грамм обезжиренного творога. Добавляю 1 чайную ложку сахара и немного корицы. И измельчаю банан. Вы пробуйте, может вам сахара будет маловато. Решайте сами. Банан тоже можно заменить на любой другой фрукт. Заворачиваю начинку в конвертик. Вот вкуснятина получилась. Шоколадные блинчики все-таки отличаются от простых блинов. Они больше подходят для десертов, какими-нибудь сладостями. Начинку тоже можно использовать любую, но как по мне, то творог идеальный вариант для этого блюда. Если у вас есть какие-то идеи, пишите в комментариях. Всех благодарю за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч! Всем пока-пока!